КД, то это вообще будет жопа полная. 33%. 33% это у него тик раз, там сколько, раз в секунду или раз в полторы секунды. То есть за 10 секунд он тикнет 3 раза. Чувак, в МК 10 секунд находится без контроля. Мы за ШП боролись в тот еще раз, чтобы они не нажимали ШВ, да сейчас с совами будем бороться. Зачем нам надо с кем-то бороться, если можно просто этого не делать? Мы по ДПС, если никто не умирает, врезаем спокойно. Ты готов? 5-4-3-2-1. На Б5. Приста баф есть. А что нету? Я этот приста баф 3 раза, блядь, нажал, так что он у тебя по-любому должен быть. Баб, найти не в ужом мире. Сейчас будет контроль 5 секунд. Я просто без пушки был. Г-г. Контроль. Нактаса, поднимите, холи пал, блядь. Служи. Помощники. Кастеры влево, меньше свечитесь. Контроль через 10. Контроль. Стоп, систем. Ну что же там, Рога и Салин, ну ты куда смотришь? Ну должно быть. 10 секунд до мобов. Кастеры влево, меньше свечитесь, бьете босса. Я там позаливаю. Контроль 5. Моб убежит. Где контроль, блять? Контроль. Служа. АБ поедет через 5 секунд. Мы оба заливаем, переводим боссу. По боссу стопните, убейте мобов и переведите. Моб в центр заберите. РНЖ босса переводите. Огнестойкого без сососа не убейте. Геру-то дали? Все будут духи. Смотрим внимательно, блядь, заебали. Слушай. Ну ты смотри, сейф. Как так-то, блядь? Так, духи. Контроль сейчас будет. Стоп, у тебя у Ешки контрольте, контроль. Духи. Снимите, пожалуйста, с меня все. Авто снимите, пожалуйста, свара. Духи. Духи в миле. Рядом с... Угу. Служи. Еще контроль будет. Денчик, ты 4 дай. Упс. Вовремя сказал, чуть не убило. Контроль. Духи, духи побежали. Не стойте, не стойте. Корвина не убейте. Дайте ему, он кастует. Духи.
Ну прохильте, пацаны. Бабы. Духи. Духи. Еще контроль будет. Контроль. Духи. Духи. Не стоим. А вы через 5 секунд. Духи. Дайте по халкеду сальву. У меня куда? Дух, Денчик, к тебе, кажется. Мам, духи. Контроль через 4 секунды. Далька на пол, дайте. Контроль. Пошли это, давать на пол в этого. Вот такая. Мели духи. Духи. Мели бегут. Служи. Духи. Второй дука, да, мы сейф сейчас? Мобы пошли, духи. Контроль через 5 секунд. Прохил, 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 прохил. Духи. Контроль еще не забывайте отдавать. Кнопку снимите, дезориентацию. Духи. Духи, бегаем, бегаем, бегаем. Я что, он откатился из чего? Духи и мобы. Давай сейчас. Контроль через 5 секунд. Класска юзера, как? Т4. Берни, духи. А не стойкого сейчас, Аризельда. Контроль. Да иди нахуй, баная игра, блять. Спирит. Духи, в центре, контрольте народ. Spirits. Духи. Духи, 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 бегаем. Spirits. Духи. Убежали? Мобы через 2 секунды, контроль через 5. Бегаем, блять. Духи сейчас будут. Spirits. Духи рядом под танком бегут. Нет, это убегает. Контроль. Раздаем контроль. Spirits. Духи. Spirits. Духи. Рома и... Все у босса въехали, Денчик просто каете с бомжами. Духи. Массейв по КД, у кого есть мастераур, массейв, дай сейчас мастераур. Контроль через 5 секунд. Духи. Подмили прям. Но Влас служит, а выйти. Я залагал. Мне 5 игра крашнулась. Да тихо, уже услышали. Контроль, контроль, контроль. Духи. Рома, если есть, отдай гимн на хп, просто стой, хуярь его. Массейвы по КД сдавайте. Спасибо за зерно. Духи, бегайте. Ну, все, молодцы, скажу вам так. На ватанк, на лук. Или кого-нибудь. Посмотри, вагон одного духа словил или несколько? Вот тут ступни нехуёвые, я вам скажу. Я точно знаю, что два духа как ебан ставил. 20 тысяч, блядь. Мне нахуй инфаркт ёбнет, блядь, с вами так. Сериал, я, Резельда. Ролл. Короче, у нас на основу посоха кто еще? Сереге отдали. Я говорил, что... Ты говорил, что будешь Иван.
Саня. Неохотно говорю. Естественно. Так. Блазаур, наверное. На черепной вал, типа? Да. Короче, снова посох ролит. Ятр, Блазавр, сериал, Уруха, Халукит. Ой, да все ролите. Ваши вот этот вот да. Шем кастерский сделается через 5000 лет. Да, в курсе. По приколу, блядь. Но, по приколу. Да поехайтесь, давайте, не стойте там, у нас время не резиновое, мы дальше должны уже идти. Танчик, если есть, сел давай, на коня и побежал. Вань, тут осколочек. Да я знаю. А, ну просто мало ли. У меня такой же. Бегите дальше, сейчас дракона доведем. Что за хуйня на нем идущий, он тоскует, пидор ебаный. Да блять. Блять, я что отдал тебе? Все правильно отдал? Все правильно отдал? Все нормально. Анфро, если ты фуриком мэнишь, роль тапочки с ребра, пожалуйста. Да, эти пока лучше твоих, но потом они будут хуже. Уважаемый Анфро и я, Сариныч, рольте. Бля, Паш, ну тут и так два человека ролило, как бы у вас 50 на 50. На Фройде зато не будет следующий я раз уже конкурентов. Сейчас следующий реально конкурентов никаких, блядь. Кремит, Хант. Будет. Хант, нет, у меня не похуй будет на Ханта, блядь. Даже если Хана будет, все равно такое дадут. Это лук со скоростью 2.8, он никому не нужен. А как это никому не нужен? Да, локу да, нужен? Да. Локу сейчас. Больше всего. Локу понял. Наташ, ты вот смотри, ты говори мне, когда я фул шмот разрулю, вот потом говори, ладно? Вот, ну, реально раздражает. Я еще шмот не разрулил, ты мне тут про этот осколок долбанный. Давайте в пушке только кто не слакает. Вот без всяких, чтобы забагал и чтобы там не умеешь Паска, стрелять. Паска юзера, пушку точно. Тебе... А, у нас так тут два раза, блядь, два человека. Короче, я Ноктас... На пушке сидит. А, нет. Ноктас, ты остаешься здесь... Ловишь тут мобов, соответственно, Денчик туда, по пушкам, пускай идет флоскоюзер, дальше. Влад, ты тут? Да. Влад, сериал и Вагонвилл. Ну, огнестойкие тебе, как бы, почет уважения. Это я Ване просто скинул, чтобы он не кричал в следующий раз на паладинов. По поводу. Ну, а... должны еще шипы диспелить сильно прям, но у нас шипы слабые. Если бы шипы еще знали, что на мобах есть вампирка, ее тоже надо диспелить. Ну, в смысле, декурсить. У этого. Пуржить. Офигели бы вообще, наверное, да? Один стойкий лицом полз, ласка, юдер. Что я забыл? Приехали. На пушке не тыкайте по двое, пожалуйста, забагайте, мы будем бить 3 часа. Я уже сказал, кто идет на эти ебаные пушки. Остальные к ним даже не подходите нахуй. Ну, просто есть максимально умные люди. Сейчас, уважаемый Ноктас, бафаем кулак, пожалуйста. И можно еще, блин, как бы Гопал может бафать каски, блядь. Можно на них даже лапку, блядь, бафать. Чем на них можно бафать? Ну, все, только кстати, молодцы. Не... Леди прошли уже уважение, как бы, почти ко всем. Не, ну, кстати, мы, блядь, на этот раз быстрее ее убили. У нас были чуваки, которые не были. О, это самое важное, блядь. 3 человека, которые тут не были, еще плюс мы ее убили быстрее. Так у нас все 3 были достойны. Там буквально 1-2 ошибки просто решали. Блять, Саня, а что тут надо-то нахуй сразу прыгать, да, насколько я помню? Ну, здесь желательно, да, первый раз. Я перепрыгнул. Я просто... Я, короче, же я шеф и кашу. Я как бы позитивный человек, я останусь на этом корабле, потому что я не надел ракету. А, ну молодец, блять. Ну, будешь пиздить мобов. Ты, там, Лен, портал плохо, нельзя зайти с той стороны. Это что такое, блять? Не. Не почувствую судники, нахуй. Не, их ракеты скинул, они даже не пытались шевелиться.
Кто-то откидывает, нельзя под нее попадать. Заморозка. Денчик, сам анонси. Это силы, пусть смотрят. Без трясов, я вообще водку пил, как бы, никакого пива. Водку пил, лед, пиво пил. Водка, заебись. Я прям сейчас пиво пью. Да, пиво это для детей, напиток вот этот, сально-мочевой какой-то. Чисто поссать ходить. Бля, водка рулит нам. Я еще что же, ребенок. Тебе сколько, антитатка, блядь? Просто... Ровно 30. О, видишь, блядь. Вань, ты видел, я писал? Лень, сейчас 2 секунды прям. Я, блядь, еще немножко ебошит, и как бы мне не отвориться тут. Бля, вы можете без меня это убить, нахуй? Меня сейчас реально начнут хуярить. Иди, иди уже, нахер ты тут нужен? Давайте после этого мага перепрыгнем туда. Денчик, ты анонсишь. Давайте, после мага убиваете, прыгаете после этого. Не, ну ты там как бы говоришь. Ну, тогда у тебя будет минус 2, я не уйду отсюда. Ну, умрёшь, значит. Охуй. А чё ты не уйдёшь? Там есть портал, просто когда чуваки к нам будут тпхаться, зайди в портал, всё. Я перепрыгнул. Блять, этот придурок реально, сука, прыгнул. Всё нормально. Пока никто не прыгает, даже если замерзнет. Уруру, если есть Берни, потом Резульду. Я прыгаю. Хулипал, не урони, пожалуйста, танка. Лёня, а что ты перепрыгнуть-то не мог? Он мне в воздухе 72 тысячи уебал. Сериал, давай как-то активнее бей, что ты отстаешь. Отстаю от чего? Ну, допустим, у флоскоюзера 28%, у тебя 20%. У вас минус хэпал, я вас поздравляю. Никак. А ты где упал? Резоль, доресни, пожалуйста, хулипал. Денчик, заанонси, когда тебе прыгать надо, потому что хулипал нет. А у меня, меня маны, блядь, нет. Надо, ну, зайдите, майнер. Прыгайте. После... Ладно, сейчас давай. Прыгайте на наш. Хулипал, а ты чё сдох? Упал? Чё он? Сейчас стоим, стоим. Я полетел. Залейте нархулипала, пожалуйста, если у кого-то есть. Там бочку поставь, Volkswagen. Мне кажется, ренейм надо делать. Вот мой вариант лучше. Volkswagen, бегемот. У меня когда 2 минуты еще. Что с моим ником сделаешь? Да не, у тебя нормально сойдет. Просто когда долго что-то читается, вот Ваня пытается там сказать какую-то херню, все равно не получается. Это очень долго. У меня ник, длинный, допустим, А1, А2, А3, ну чтоб нормально был анонс. Быстрее мага заливайте. Дэн, прожми себе Т4 сейчас прям. Я его прожимал в прошлый раз, чтобы ты сдох. Ну кто, прожми Т4, ой, массейв сейчас прям. Уле-уле. А зачем прожимать? Ну надо так. Нас осталось добить босса, кораблей, там 5,
5000 там. Добивайте спокойно. Все. Ты не успел, ты опоздал, не ебет. Что это было? Ваня, лут на себя поставь, если ты там просрался. Нет, Ваня срет еще. На нем и стоит лут. Пиздец. Ну и ладно. Так что мы можем просто позаглядывать. Счет геровский. Второй раз. Дайте, ну, огнестойкий ГЦ, плащик бесовый. А, он у меня есть. Ну, тогда не ГЦ, фу тогда. Фута нахер. И после реворка Т4 он уже не бесовый. Потому что ловкость уже не нужна. Счеты падают, блять, одни и те же. Да бесполезный этот ринг. Ну я с ней гоняю, вроде она так-то заебись выручает. Да бесполезная эта хуйня, 45 секунд распрок. Да, счет ты вообще говно, если честно. Вот хуже говна нету на свете. Если СПД вот 20 надо, как бы апнуть, то берешь. Максим, у них хорошее, это 200 СПД, все, больше ничего. Ну, ждем, пока наш бравый рейд-лидер вернется и начнет командовать. Нам тут-то не надо три танка, точно? Вообще не надо. У меня с 5 хилов есть ДДшник. Ну, если у флеска юзера нет ДД, то спикайся ты. Юзер, есть у тебя ДД? Зима и лето. Чех. Денчик, спикайся ты и все просто. Я сгоняю в Долоран, да? Ну, давай шкаф, лок поставь. Давай, Магип, дайте ему пока портал. Пожалуйста. Дайте портал. Ну, за серии идет. Ну, кто с танков Т5 спекать в... в этого, то ну не надо, как бы. А что случилось? Решили тебя кикнуть за авку, как бы, и все, и дальше идти. А, ну тебя Мурадина ебал. Мы босса убили. Да, я понял. Да у меня... Он нас еще и на лут кинул. У меня повисло, сейчас перейду. Кстати, охуел то, что вот и 10 шапки геровской, 2 сокета внутри. То есть один под метасокет и 2 еще дополнительных. Это тебе кто сказал? Ну, я увидел сегодня. Лока там как будто в резку ХМ ходил. Это ты шапку с Джайной видел, не с этого. А, с Джайной, да. Потому что у шапок нету второго сокета. Иконка просто была как будто 10. А, ну это значит просто трансмог. Доп-сокет только есть в ульде ХМ и далее. Плюс Джайна. На уровне даггеров за. Ну, вот такая вот. Да, ну, я на бресте с такой гонял в свое время, когда они были актуальны. Тут мелики не бьют, да? Я чисто в босса въезжаю. Тут, если на тебе нету дебафа от запах крови, по-моему, называется, то бьешь. Если есть, то не бьешь. Мобов тоже мелики бьют? Они меня не ёбнут? Ну, меня ёбнули в тот раз. Два раза. Ну, я же только что сказал. Их нужно моментально заливать, потому что там у них после 7 секунд появления включается мини-берса, которая шотает, то их срывает. Ты какая мини-берса, если сказал? Дебаф, если есть запах крови, то не бьешь. Если нету, то бьешь. Он, пожалуйста. Ну, орки берса делают. Начинает шотать по одному или всех шотает. Смена шапки. Берса по одному шотает. Но он сразу хилится. Трабузавр, дируль. Трабузавр теперь главный. Чего вы от меня хотите? Ты теперь лидер. Можешь шмотки. Забери шмотки с сундука, чтобы они, не проебались. Винетовы зачем с умонти? Вы чё, блядь? Я на корабле стою. Паладины, мы вот пока стоим, дайте ребаф по всем, кроме пристов. Потом пристов бафнуть. Осталось по 5 минут баф. Просто заберись, я потом Ваня отдашь. Я не могу, этот предмет вам не подходит. Да, выдай себе этот... Ответственного за добычу поставь. Ответственного забери, да. Только мастер лути нет, поставь. Кидаем Ваня на лут, короче. Да.
Вайми тебя прокинули, короче. Заберешь лут, потом на тебя дашь. Дерзко я дашь этого сборщика. Да, мне надо. Сборщика. Там сундука можно... Погоди, так и так стоит, добыча распределяет ответственность. Я не могу взять лут. Сейчас Ваня зайдет, ему передашь, он дай, заберет. Дай мне ИРЛ, я заберу сундука лут. У кого нет рыбы, кушайте, поставили. Нет, ты... Вот, я видишь, забираешь. Сундука. Сколько не возьму. Забрал, ну, да? Это же дебаф. Что мне там читать? Не знаю, я не видел никаких счет Алтора. Это топовая клиника да, на локах. Сборщика, да, ребята. ТС. Да мне это... Третья пати, первый. Полочек. Ваня, давай запускаем, мы стоим слишком долго. Ты там стоишь уже 5 часов. Вообще-то не я. Саша, отдай рыло Ване. Ваня даст. На корабле вон 2 человека. Возвращайтесь. Блин, хотите осколок, дайте забрать. Да и Наташа, блядь, все слышат про осколок. Все тебе дадут. Да, вдруг запустите босс. Саша, ответственного ей дай. Третья пати, первая. Мне еще все равно стука копить. Тарплозавр. Таня. Бля, жидкая тормозуха где-то вливается, я слышу. А че у Сереги? Серега, ты здесь? Нет, он. Выдай себе самоответственного. Он вместе тебе говорит. Что от Сереги надо? Надо, это просто вместе бегал, думал, ты забагался. Как ты это делаешь? Дерзкая, давай тоже как-то активнее пытайся себе лидера дать. А, давай, давай. Отлично. Забегайте, запускай босса. И лидера верни, Ваня. Босса запусти, Наташа. Ёпта, давай. Вот стоит. Чего? Дэнчик, кстати, вот одна ручка тебе, кстати. Где ты видишь одну ручку? Ваня, спекайся. Сурфанги. Шипы. У меня вот такая вот есть. Пойдет? Я тебе про ДД говорю. Такого еще нет. Типа, если фроста одеваться, то спокойно берешь. Нормально, у меня спинит трой. Сейчас буду дамажить. Проникать с рука буду. Сообразите пристабав там, пройду какой-нибудь. Ты будешь, Вань, спекаться? 30 секунд. Да нахуй, блядь, сейчас что, упадете в пизду вас, блядь. Void Wave. Именно туда мы и упадем. Ладно, я спекаюсь, нахуй. Сейчас опять. Давай, готовься. Похуй, я спекусь, блядь. Поебал он тебе будет. Когда он 50 тысяч ДПС, блядь. А, блядь, маны нет. Да нахуй тебя мана. На, ману тебе. Действительно, блядь, нахуй мана. А, блядь, на центр тогда освободи. Сейчас Берс Энкаутер опять упремся. Да ебать. Куда встать-то? Нахуй, блядь. Я пока искал, куда встать, блядь. На Б. А ДК не знаю, что это? Уважаемые милишники, вы по мобам не играйте нахуй, на всякий случай. Ну, блин.
Я ей повис нахуй. Я тоже. Вы еще издеваетесь. Прикольно, блядь. Спасибо. Ну, Берти живи. Эйзер упал. Он краснеет, когда прожимаетесь. Это типа мини-берса, да. Вонь там летает туда-сюда. Да я промаз. Я Павлу дал. Забери. Еще БР. Вот не берса еще. Да мы не бьем от отметки от хилоса, скорее всего. Да, он от хилоса отметки. Было 20%. Шаман умер с меткой. Сейчас секунд до берса. Блять, еще и Влад. Еще отхилился, все падает. Зачем он отхилился? Потому что кидая, когда он кидает метку павшего, если кто-то умирает... Нет, то и чувачки отлетают просто. Падайте, падайте. Ну, активнее, не надо хилить больше. Все, стопните хил. Просто встали жопой раком кверху и все. У кого из хилов у нас есть ДД спеки? Я уже спекнулся. И Ваня, который завис. Не, Ваня, не надо спекаться. Фольксваген, у тебя есть спек? Да схуяли, Ваня, да не надо спекаться, блядь. Потому что без ДЦ костяки просто умирают. Нет, мы просто воняемся. Как они, блядь, не могут, что ли, ренжу набрать, или чё? Причем тут метка убивает их. А-а-а, ну да, она же, блядь, ваншотает, конечно. Она ваншотает. А у меня вопрос, а как ДК? Два раза? Ты ебать, скажите, пожалуйста, про хил. Я
Я первый раз умер, 2 секунды без прохила стоял. Второй раз умер, 2-3 секунды без прохила стоял. Нормально, живем. Тебя ударило... Ему в 0-2-3 атаки залетело. В 0-0 тебя убило. 0-8 и 0-0. Что ты хотел? Ты видишь на нем берса, прожмись. Или что? Тебе петы по 20 тысяч ебали. Вторая смерть, там... ебала на 20 тысяч. Меня не хилили 2,5 секунды. Меня отхилила вообще хуйня от шамана быстрена, и потом снова... Тебе 60 тысяч хп. У тебя 0,2 секунды до смерти, 93% хп, 0,0, ты шотный, как бы ты умер. 0,0. Это... То есть 0,2 тебя никто не похилит. Нет. Тебя 0,0 ударил босс, и 0,0 ударил моб, все. Ты хотя бы смотри время на смерть. Я же говорю, надо тебе прожаться. Ребенок. Вообще никого нихуя не вижу, блядь. Часу хуйня, блядь, с игрой. А, у меня пинг 600. Хуя себе. А чё так много, блядь? ШП и Гамагунта тоже пытайтесь свечиться. Я понимаю, что это очень сложно, надо таргеты переключать. Но танк надамажил больше, чем вы, как бы. ШП какой? Окей. Все три. Все три ШП. Я свечилась, ну, я только успеваю доты раскинуть. Да я ж тебе уже об этом днём говорил, что у тебя изрыв разума и пытка, блядь. Надо тебе говорили, что там АОЕ... Резист 95% и 70% или сколько там процентов на болезни? Да, блядь, как об стенку горох. Говоришь, нахуя я говорю, блядь. Нажимаешь палец, пытку и взрыв. Все, другие скиллы не нужны. Так я это не понимаю. Volkswagen ДД нету? Он больше дамажа, чем 8000. Давите Мишу сюда. Тут бы еще бы хоть одного рема бы иметь. Да чё это, блядь, не знаю. Огненный шок, лава. Молния. Можешь кинуть, потом шок просто кидаешь. Просто надо как-то шоки застакать и чередовать молнию и лаву. Лаву по КД, только откатывается лава, всегда кидаешь лаву. Лава, шок, лава, ледяной, земляной шок, цепная, молния, и пошел шоки раздавать. На ком РЛ сейчас? На Наташа. Наташа, дай его, пожалуйста, Сереге. Лови койл. Давай, да у нас то поехали. Запускай, Серег. И мастер лута на себя сразу перекинь. Танки, когда на боссе бешенство, надо нажать сейв. А что с ним, кстати, где мобыт? Что, просто ударом запускают? Да, он уже активный. Это ГДК больше, у меня он вообще особо не бьет. Ну, Куктес, ну значит ты ему дай сакру точечно. Ты же стоишь просто чилишь. Фласкозавр, это секрет нашей фирмы. Фласкозавр? Бля, да. Фласкоюзер. Фласкоюзер, извини, пожалуйста. У нас просто из Траблзавра есть фласкоюзер. Фласкозавр мне больше нравится. Сформируйтесь. Может, мы уже, блядь, немножко начнем, блядь, что-нибудь делать-то там, может, а чего? Нет. Чего? У Сереги? Счет. Когда уже Сереге отдать? Ты отсчет, да?
Я ничего не могу дать, блять. Дорога с линдами, я тебе истерию, не переживай, не боись. Вы мага сразу соберите. РГДшники мобов свечитесь быстрее, блять. Как будто что-то на скорость не хватает, ребята. Может, тотем? Нет, стоит. Стоит далеко, и меня тоже не дотягивается. У нас здесь половина РГДшников без хосты. Ну, переставь тотем. Центр. Вот теперь есть. Я не успеваю в этих мобов свечи-то. Я только палец не могу. Наташа. Взрыв один костой. Взрыв и пытку разума. Да я, блядь, я ей это днём объяснял. Вот чё вот, блядь, сложно запомнить. Мобы ещё будут. Свич мобов. Если можно, и даже. Мобы. Дело слева моб в рейде один. Я его захуярил. Нахуя я тут в ДЦ стою, вопрос, блять, конечно, нахуй открытый. Чтобы метки не падали. Да, они и так не падают, культовок-то. Ближе к Брюсе узнаешь. 5 секунд моба. Мобы выходят сейчас. Мобы. Мобы. Левый моб. Он дергает. Мобы.
Бабы. Кстати, до персы еще минута была практически. Это все мои 10 кдп. Я, пропал, хотел такую тему замутить охуенную, что ты просто танчишь босса, я с меткой ловлю трэш, ты просто стоишь чилишь весь день. Ну, как хочешь. Не, если бы ты изначально так сказал, я бы тебя понял. Я, забей. Я бы не, я понял, что ты хотел сказать. Блять, комбат. Кому лут отдавать? Ване же, правильно? Нет, роль сразу. Ты 9 кадал, ты 9 кадал, тебя хватит. Чё, ты не знаешь, что делать, в локо складывай. Саня, ты про этот мяч говорил? Да-да-да-да. У меня нет места, понимаете? Что сразу роли, всё. Нахера вы мне их отдаете? Портал открыт, заходите. Да дал бы мне просто этот. Мне отойти надо, поэтому... Пока это. Ты вот зачем мне это отдал, блин? Ну сказал же, вольте. Да зачем? Бля. Ладно, перед трэшем, короче, разрулим все говно, которое там есть. Вот. Блин, коните, пожалуйста, PS40. У меня регион сломался. Не DTS, точнее, тут ебаный. Предлагаю пойти поебаться и закрыть тут тухлого с хиломордом. Да пошли сразу с ним, дорогой, съебни. Ну, у нас час прошел. Можно перекурить сходить. Ваня. Не, просто вот хороший вариант, типа на гниломорде там такой, с нашим ДПС. Короче, блядь, сейчас мы рулим шмот. А, ну да, блядь, дайте мне только помощника, либо РЛ, что-нибудь. А в трэш что там было?